В Индии он решил, что я переспала с мимо проходящими парнями, и он выставил меня из номера. В Турции он выставил меня из номера, потому что я слишком много говорила. А в Египте он просто решил, что я не подхожу ему, и тоже выставил меня из номера. Каждый отпуск с агрессором превращался в скандал. Он такой ужасный, такой арбузер, самый арбузный арбузер среди всех арбузеров, да? Ревновал, выгонял, отправлял, выставлял. Но я продолжала ездить с ним по заграницам, на все эти моря, океаны в Турции, Египте и Гоа.